спасибо большое. Ангелина, спасибо. Так это фронтален. Аганес. Артем и Кристина, нет, они едут вроде бы как в другое место отмечать. А вот Кристина, кстати. Кристина! Тебя тут это, спрашивают много. Помаши ручкой. Ручкой помаши. Прям очень много. Так, вот вам Кристина. Игорь и Женя, да, вместе. У них все хорошо. В какую пару не верю. Дайте подумать. Ну, так. Да, вполне вроде. Вроде бы все пары такие, ну, стабильные, нормальные. Те, кто, в которых я не верила, они сразу распадались. Так что там даже ждать не приходилось. Я не в паре, я одиночка. Просто движняк происходит. Кристина красотка, я ей передам. Я не бухая. Аганес! Я не бухая. Да, Безусы, Лёша и Таня будут вроде бы здесь. Пару Кристины и Артёма, но на самом деле они очень подходят друг к другу. Видно, что симпатия есть, но есть некоторые моменты, которые подкашивают, так скажем, их отношения. Если они решат эти проблемы, то они будут вместе. Но пока, ну, как бы все у них хорошо. Артём вышел. Лексон! Давно не виделись, что приехала на Новый год, коса. Хорошо, я передам. Нет, она не без Артёма пришла, просто Артём вышел. Что хватит? Что хватит, да, скажи мне? Чтоб 31-го приехала, блин. Все, молодец. Я тебя буду тебя ждать. А, нет, она просто не танцует. Каникулы у нас с 30 по 3 число, с 4 камера мотор. Так скажем. Мне 23 года. Да не пью! Уже ничего нету, я не пила. Ну, я пила немного, но я нормальная. Алекса слоблен Артем. Да, Алекса не слоблен Артем, я вас умоляю. Просто они пообщались и поняли, что... У Артёма, ну, типа, чувства от Кристины, а не пара и всё такое. Вот. Общаюсь больше всего, но я не могу так, на самом деле, ответить, ну, чётко на этот вопрос. Ну, типа, я пришла с Лексой, я больше с ней. А, ну, так, чуть по чуть, как бы, со всеми, вроде как. Адриана? Ну, нормальная девочка. Но бывают, ну, как, знаете, подводные камни. Но они, наверное, у всех есть. И у нее в том числе. Да приезжай, господи. Что ты, Аганес, приедешь на Новый год? Приезжай. Спасибо. А за что конкретно? А, привет, Наташа. Спасибо. Из мальчиков? Да не все тут нормальные, в принципе. Просто, как сказать... Когда находишься под камерами, как бы немного по-другому себя ощущаешь. Конечно, ну, привыкаешь, все такое, но все равно есть люди, которые без камер себя ведут по-другому. Куда ты пошел? Иосифа? Лично нет, не знаю. Но по проекту, то, что я смотрела, да, я видела представление имя, кто такой. Да я, блядь, кто виновата? Лина! Из девочек на проекте все, кстати, красивые девочки, я так скажу, типа без приколов. Это, ну, чисто без приколов, все по-своему красивые.
Че, два дня эфира такой актив, да? Это что, я не поняла вопроса. Перезадай по-другому. Любовь между Костей и Артемом? Ну, любовь нет, уверена, наверное. Но сильные чувства, да. Больше всего играть на проекте. Все. Чуть по чуть. Потому что, опять же, повторяю, что каждый борется за свое место и старается как-то свои 5 копеек ставить и так далее. Сейчас покажу. Чуть-чуть. Я просто спряталась вот это. Но стою с вами часть, потому что музыка очень сильно играет. Ой. Да, я на самом деле на второй день вообще практически с ним не общалась. Я хотела очень сильно домой. Я просилась домой, но решили, что я не пойду домой. И правильно сделали, потому что сейчас я уже привыкать стала. Уже раскрепощаюсь. Ну, сложновато, конечно, новая среда. Для меня это абсолютно новая. Много людей, много вопросов. Мало ответов было от меня, поэтому... Захаровых? Не, я не знаю, кто такие. Вот честно, я даже не, ну, не могу Криса между... Ну, у кого чуть больше, у Криса и Артема, я не знаю. В натуре. У них как-то, я не знаю, то пятый. Ну, я не знаю. Очень сложно. Какой Алексей именно? У нас здесь есть Адеев, есть Безус. Артема нет, Кристина, я уже показывала. Она там где-то ходит, я просто спряталась, не могу показать сейчас. Любовь? Ну, любовь нет. Что есть любовь? Любви нет. Но есть сильные чувства между Кристиной и Артемом. Артем такой же, как через камеры. Вот это. Мне волосы магнитятся. Он такой же. Как бы разницы нет. Под шумок. Ну, я вот скажу вам так, что любовь. Вика, Дима, я верю. Никита и Алена Печенко, верю. Верю также в, ну, в большие чувства. Ну, Кристина и Артем как бы тоже. Вроде как верю. Ну, не пойму, какие чувства насчет этой пары. А, ну, насчет Артура и Кати, тут без сомнений, естественно, есть чувства муж и жена. Вот, кто там еще? А, Надя с Даниэлем, верю, в натуре верю. Я считаю, что Артем, я не знаю, как вы посчитаете, это типа женская солидарность или что, но все равно я считаю, что Артем виноват. Ну, у меня такое мнение. С кем бы могла встречаться? Не скажу. Я всех абсолютно не могу показать, могу показать то, что я вижу. Элина! Элина! Ты в прямом эфире. А бабка наша, у нее спина тут переклинила. Она, короче, тут ей колу в жопу ставили. Валялась вчера весь день, халявила коза. Икать, блядь, теперь икаю. Да тут слышно, капец, как ты икаешь. Я не могу остановить. Дайте поебану. Да, она очень классная девочка. Она меня в первые дни очень хорошо поддерживала. На самом деле. Везус. Он... Ой, нос у меня поплыл. Везус там сидит. Его не видно. Адея кружит со всеми. Кристина. Она не... Ну, мысли были, но она не делилась этим. Сейчас, на данный момент.
возвращаюсь. Кристина очень хорошая. Она очень открытая, душевная и поддерживает новичков. И то, что про нее гадости пишут, не слушайте, она вообще нормальная. Что внешне она красивая, что душой. Я не могу всех показать все по разным, блин, это углам. Я ж не могу по всей поляне пройти. Сорянь, сорянчики. Да, нас снимают 24/7. Праздник, и мы отмечаем, и так, типа, нет, мы вообще практически не пьем здесь. Просто я так попала. Спасибо за губы. Кто был участник? Ну, я так понимаю, что если оценивать по рейтингам, и потому что мы часто обсуждаем Кристина и Артем, пара. Начать буду на поляне. На поляне. Максим какой? Моргенштерн? А с чего такие выводы? Максим хороший, симпатичный парень. Но, типа, я вообще... типажа нет. Мне важно, чтобы мужчина был сильный, умный, чтобы у него речь была складная и, ну, сильное плечо. Важно, наверное, сильное плечо мне, потому что я девочка, типа, маленькая, хрупкая, все такое. Мне важно, чтобы сильное плечо было. Типа он говорит, так, короче, завтра, послезавтра они разойдутся, или там я вижу перспективы, и в натуре так происходит. Я не знаю, как он это, блин, видит, но, типа, вот такие вот дела. Сверху кухню сейчас покажу. Не, ну, мы с Эдиком поначалу что-то, ну, типа, общались и все такое, но я поняла, что это не мой типаж. А так мы, типа, дружим нормально. Артём куда-то ушел, но у них все хорошо. Все.
Ой. Так. Без ушей. Ну, просто, знаете, он добрый, он умный, он такой умный. Но, возможно, он как-то просто, ну, он так себя ведет, не знаю. Танюха очень хорошая девочка. Независимо от... Кристина на Поляне, нет, вроде не отмечает. Кристина Артема? Я думаю, да. Что ревнует? Ну, знаете, Назар взял весь удар на себя, когда мы с ней падали.
Я не могу поставить телефон. Мне тут пока... Говно всякое включаю. Пока мне надо убрать телефон. Ладно, все, чуть попозже выйду в эфир. После съемок сегодня выйду ночью. Мы с соседей поселков. Так что... Меня не пустят? Нет, с криптонитом, да. Все. Обняла, мне надо уйти. Юль, давай, выкинь свой телефон.